10 октября. Память священномученика Петра Полянского, митрополита. Петр Федорович Полянский родился в 1862 году в селе Сторожевое Воронежской епархии в семье священника. Окончил Воронежскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. В 1920 году по благословению патриарха Тихона принял монашество и был хиротонисан воепископа. Сразу после хиротонии владыка был сослан в Великий Устюг. В 1923 году возведен в сан архиепископа, затем стал митрополитом Крутицким. В последние месяцы жизни патриарха Тихона митрополит Петр был его верным помощником во всех делах управления церковью. Весной 1925 года архиерейский собор назначил митрополита Крутицкого Петра местоблюстителем патриаршего престола. В своем управлении церковью митрополит Петр шел путем твердого стояния в православии и бескомпромиссного противодействия обновленческому расколу. В ноябре 1925 года владыка был арестован за отказ сотрудничать с властями. Начались долгие скитания по тюрьмам и требования отказаться от первосвятительского служения в обмен на свободу. Но ничто не смогло сломить волю святителя. На требование отказаться от местоблюстительства он неизменно отвечал отказом. 2 октября 1937 года тройка НКВД по Челябинской области приговорила митрополита Петра к расстрелу. 10 октября в 4 часа дня священномученик Петр Полянский был расстрелян. Место погребения митрополита Петра остается неизвестным.